Друзья, здравствуйте, меня зовут Наталья. Вы на канале «Прогулки по Харькову». Сегодня 4 ноября, день Казанской иконы Божией Матери. И я приехала в Хорошево на литургию. Говорю честно, я опоздала, служба уже идет. Сегодня архиерейская служба, служит владыка. Вот, поэтому мы заходим сейчас на службу. Я тут не была очень давно. Вот у нас снег пошел сегодня, холодина жуткая, сыро, так слякотно. Ну вот все уже в храме молятся. Вот видите, все осыпалось, листья уже осыпаются. Так, все, идемте греться и молиться. Ну не очень опоздала, чуть-чуть. Тут хризантемы при входе. Красиво как. Идемте. Thank you.
Thank you.
купили очень мощь. Люди подходят к иконе на Аналое. Икона праздничная, Казанская Божья Матерь. Сегодня 15 лет, как осветили храм Хорошева. Маленький юбилей. Поэтому сегодня архиерейская служба. Ну и вообще престол. А эта икона очень старинная, она монастырская. Здесь раньше у Хорошева был женский монастырь. Это Казанская икона Божьей Матери из того монастыря. Она вышита ручками монахинь. Немножко плохо видно за стекла, но икона очень красивая. Thank you.
Сегодняшнего
юбилея, о родителях высокой церковной награды, право отношения Христа за служение. Второго Христа за Української православної церкви видано благословення настоятелю та свято-казанській двійній громаді Харківської епархії Української православної церкви з нагоди ювілею від дня освячення храму та за старання води на славу Святої православної церкви. Боже милості, передаємо примитрополит Харківський і Богоспільський. Всім, хто протудився, трудився, за 15 років цього храму вже багато збулося. Хто-то приходив хрестився, хто-то приходив на молитву. Хто-то приходив, вінчався, сповідався, очищався тіло і крові Христові. Хто-то війшов у вічність. Слава Божу, є той дім Божий на землі, як я говорю завжди святі ціле вже. Дім Божий – це небо на землі, де людина спасається. Ми сьогодні на ней. Мови Божу, Господь завжди нам давав таку можливість бути на небі, молитися. Так, як сьогодні ми збиралися всім селом помолитися в храмі Божому за наш, за біскуп, за Україну. Ще раз вас вітаю. Свято Божим Босіним, хай прибуде зі всіми вами. Ну что, после службы положена праздничная трапеза. Как всегда это делают в церкви на престоле. Поэтому мы идем сейчас на трапезу, посмотрим, чем будут нас угощать. Тут живут котики. Вот один просится зайти на кухню. И такие домики интересные. Холодно ему. Столы уже накрыты. Сейчас будут заходить люди. Так, тут салатики синенькие. Пахнет борщом. Позаглядываем кастрюли. Борщ. Пахнет. Ну и кошечка тут как тут. Еще тут каша. Радость наша. Вот такая пшеная пахнет. Прелесть. Это трапезный храм, и здесь всегда кормят людей на престольный праздник. И вообще в этом храме есть традиция. После каждой службы всегда всех тоже угощают едой. Вот сейчас уже люди заходят, поварихи бегают, переживают, готовятся. Скоро будут всех кормить. Исторические кадры. Так, людей много, заходят, садятся. Вот это вот борщ. Гляньте, сколько было борща. Уже его насыпали. И сейчас будут его с удовольствием все есть. Так вот насыпают борщ все. Сейчас будут молиться люди. Освятится имя Твое, да приди царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам есть, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должников нашим. И не веди нас в свои искушения, теперь можно и трапезничать. Всем ангела за трапезой.
все, друзья, служба закончилась, праздник закончился, и я тоже буду заканчивать свое видео. У нас очень холодно, сильный холодный ветер, поэтому я замерзла. Если было интересно, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь, и будем дальше гулять вместе. До скорых встреч, до свидания, жду вас на моем канале. И напоминаю, что Харьков — это Украина.